Здравствуйте, ребята, рвалово. Три дня стояла жара за 30 градусов. Сегодня вроде дело идет к перемене погоды. Вроде как пасмурно, хотя температура 24 градуса. Но завтра, послезавтра обещают дожди. Так что будем пробовать сегодня ловить. Не знаю, на сломе погоды получится, чего-нибудь не получится. Ну, пока идем по своим стандартным местам. Посмотрим, что получится из этого. Ну, обычно мы начинаем ловить вот здесь, с пристани. Бывают здесь поклевочки. Ну, сегодня вот один судачок попался, пока больше ничего. Вот подошел паром. Сейчас отойдет. Будем пробовать еще. Ждет теперь, когда отойдет паром. Ситуация на реке прекрасная. Погода замечательная. Рыбка вон плещется. Всякое разное, мелочи тут полно. В общем, приспособиться можно ловить. Но жара под 35 градусов могла свое дело сделать. И результата может и не быть. Народ вот с берега ловит. На спиннинг, я смотрю, на джих. Легкий джих. Что-то не особо у них получается. Ну, что можно сказать? Берет судачок, проскакивает бершик. Что странно, вообще практически не берет окунь. Очень редко. Это совсем не характерно для наших вот мест. Обычно все начиналось ловлей окуней, причем окуня хорошего, чуть ли не до килограмма. Сейчас непонятно, то ли он чем-то питается другим, то ли мы не там ловим. Что еще интересно, на реке нет ни одной лодки. Ну, я понимаю, что будний день, не выходной, но обычно все равно нет-нет, лодки плавают. А сегодня нет ничего. Вот паром отходит. Сейчас будем пробовать. Васильевич меняет место, шел на свое коронное место. Сейчас мы туда подойдем. А пока пойду-ка я тоже покидаю.
Ну вот. Вот такой вот. Только паром отошел. Вот такой вот зачетный судачок хапнул. Ну что, Владимир Васильевич, не было ничего больше? Реденькие-реденькие поклевочки. Ну, сейчас еще покидаем чуток. Посмотрим, чем все это кончится. Вот Владимир Васильевич вот так вот располагается в месте причаливания парома. И кидает вдоль практически причала. Ну, нет-нет, что-то бывает, но раньше бывало получше. В это время он уже начинает отсюда уходить. Уходить, наверное, на ямы. Надо его теперь искать вдоль берега ходить. Ну, я обычно ловлю вот здесь с угла. Порвал судак приманку. Сейчас пересадим немножко по-другому. Вот так. Попробуем. Глубины здесь не очень большие, течение спало. И уже сейчас ловить нормально. Хотя я все равно продолжаю ловить на 30-граммовый груз. С отводным поводком это не так уж страшно. Вот замечал, что ребята при ловле с отводным поводком, что продолжают ловить так, как на джих. То есть быстрая подмотка и частая. Ну, я считаю, что с отводным поводком, во-первых, подмотка должна быть не очень быстрая и должна быть пауза побольше, потому что мы подтягиваем, в это время поводок течением уходит и то ли всплывает, если это плавающая насадка, то ли падает на дно, и в это время может произойти поклевка. А вот при ловле берша иногда паузу чуть ли не до 10 секунд делаешь, потому что он берет насадку, лежащую на дне. И такое ощущение, что там еще есть бель, то ли густерка, то ли подлещик. Иногда сопли остаются на леске. Иногда какие-то такие задевы, характерные для бели. Тюк-тюк, тюк-тюк. А я кидаю далеко. О, какой. О, это вещь. Опять паром подходит. Все, перекур. Что-то Вовик прет, Владимир Васильевич. Кого это он там прет, интересно? О, как! Какие дела! Что-то не слабенько. Может, сом воет? Слушай, может, я к берегу его подтащить? Сомик! Вот тебе раз. Может, вытащу, а может, и не вытащу. Ну, блядь, кота подержать не может, блядь. Ух ты, ёлки-палки, вот ведь бывают же такие вещи. Хороший был, килограммчик под два. Ну, бывает, ладно.
как Владимир Васильевич говорит, в таких случаях, значит, не судьба. Значит, это не моя рыба была. Ну, вот как сон ушел, Владимир Васильевич собрался, обиделся. Ну, не обиделся. Поклевок больше нет. После того, как сон сорвался, да еще солнышко начинает выходить, разгонять утреннюю мглу. Ну, поедем сейчас вдоль берега, проедемся, посмотрим, что к чему, а дальше посмотрим. В общем, поехали на другое место. Наше место занято на обрыве. Сейчас попробуем третью точку покидать. Вот такой здесь подъезд. Пока дожди не прошли, хоть проехать можно. А трава выше машины. Сейчас зато машину спрячем на берегу за травой. 200 метров мы не отъедем, потому что это идиотизм. Вот идет дорога. А 200 метров это вот там примерно за... Ну, в общем, на дороге, если оставлять. Ну, будем пробовать, а там поглядим. Ну вот, приехали на новое место, где в этом году еще не видели ни одного тычка, как сказал Владимир Васильевич. Ну что, вот такой окунишка. Вполне приличненький попался. Так что дело... Может пойдет, может не пойдет, но уже результат есть. Все? Попробуем. Еще разочек. Что у нас тут получится. Ну, Владимир Васильевич, он ушел на то место, где в прошлом году 3-килограммового поймал. Но тоже пока никаких тычков. Да, может, уже и вот солнце вышло. И уже это больше окуневая погода, чем судаковая. Судак уже так брать, наверное, не будет. Так что, ребята, наверное, будем заканчивать с этой рыбалкой. Ну, в общем, довольно занятно. Сомика подержали, упустили. Ну, а так будем продолжать ловить. Вам ни хвоста, ни чешуи. И до свидания.